Всем доброе утро и всех с днем влюбленных поздравляю. Итак, я сейчас готовлю себе кофе с конфеткой моей любимой. Обожаю вот эти конфеты. Ну а если серьезно, мы уже позавтракали с мужем. И сейчас у нас будет такой день романтический. Муж пригласил меня в ресторан. Мы поедем сегодня с ним в ресторан. Ребенок наш у бабушки сегодня, потому что суббота. И каждую субботу, с субботы на воскресенье, он всегда уходит к бабушке ночевать. Для него это прям свято. Вот. А муж меня пригласил в ресторан «Забой». Кто в Кемерово живет, знает. Там все оформлено в таком шахтерском стиле, потому что «Забой» имеется в виду шахтерский. Сам Кемерово тоже город шахтерский, поэтому в этом ресторанчике все в таком стиле оформлено. Да, кстати, хурму я тоже люблю. Я уже сегодня одну такую съела. Вот, постараюсь в ресторанчике что-нибудь для вас поснимать, хотя там такой полумрак, не знаю, получится или нет. Еще в планах сегодня у нас немножечко пройтись по магазинам. Хочу глянуть какие-то коллекции, может быть, весенние. В общем, муж подарил мне подарочный сертификат. Девчонки, все, мы уже убегаем из дома, поехали мы с мужем в ресторан. Значит, вот так я сегодня выгляжу. На мне джинсы Levi's, ботинки, которые вы уже видели, шуба моя. Шарфик из украшений, сережки Сваровски, синие с сердечками. Так как сегодня день Святого Валентина, то... Ой, сердечки можно. Сумка упала. И моя сумочка Патрисия Пеппи. В общем-то, вот так. А, еще на мне рубашечка такая в клетку от Марко Поло. Ну, потом уже в ресторане, если что, покажу. Все, всем пока. Побежала. Так вот выглядит первое блюдо, которое нам принесли. Это вот стерлядка. Здесь нельма холодного копчения. Здесь пелить. Далее здесь... Это что у нас здесь? Омуль. Омуль, кариус и какая-то... Осетр копченый. И копченый осетр. Это вот такая тарелочка у нас рыбная на березовой чурке. Такая первая рыбка, первая закусочка, которую нам принесли. Такие вот у нас замечательные бокалы сегодня. С вином у меня. Муж у меня за рулем, поэтому он пьет клюквенный морс. Ну что, давай зайдем с этого Валентина. С такой формой, красивыми сердечками, свечечку зажгли нам. Сейчас ждем еще салатики горячие, покажу. Такой салат мужа принесли, название «Ремкомплект». Здесь все такие названия, связанные с шахтами. Здесь у него такое месиво, свинина, говядина, язык, грибы и что? Гречка, помидоры. Ну, в общем, вот так. И все в таком лукошке. Наша свечка уже почти что-то горит. Она уже вся... На стол расплавилась. А мое блюдо пока еще не принесли. Невеста с женихом. Привет. Опять кинул. Привет, девчонки. Спасибо. А вон он, целованный твой. Зачем мне нужен? Не говори, почему? Мамочки, ладно, показывай. Да, это такое костюмированное шоу здесь в честь Дня Святого Валентина. О, что нам тут дали? Прикольное, кстати. Как я тебя люблю на разных языках говорить. А ну-ка скажи мне на каком-нибудь. На белорусском. Я тебе кахаю. Кахаю? Так, ну-ка, а на голландском будет ikhuid van you. Классно. Ikhuid van you по-голландскому. Принесли мое горячее. Это ассорти из морепродуктов, но в ресторане «Забой» это называется глубинная разработка. Здесь у нас на гриле
креветки, мидии, такие большие кальмарчики и гребешки. И подается это вот с таким вот сырным соусом и лимончиком. Лимончик такой в сеточке у нас, с бантиком. Так, а у тебя как называется? Золото партии. Золото партии. На самом деле это люля кебаб. Это я могу забрать? Да. Спасибо. Уже поужинали, и что я вам хочу сказать, весь день на мне держится вот эта помада, уже мы и кушали, и кофе пили, и что только не делали, даже муж у меня спрашивает, как так, ты, говорит, уже столько раз губы промокнула салфеткой, и у тебя до сих пор помада. Это вот эта вот матовая от Армани, в 402 оттенке, обалденная стойкость, прям советую реально. Действительно, она никуда не сдвинулась, не расползлась. Давайте. Вот закончился день Святого Валентина. И мы едем домой. Вот вам немножко ночного Кемерово. Это мы через Искитимский мост сейчас проезжаем. Будем подъезжать к филармонии. И там уже дальше я вам покажу, что где. Стоим, поэтому удается вам поснимать немножко. Это наш город Кемерово. И было всяко разно. Надежды и мечты. Другого полюбила. Другую встретил ты. Прости меня, и я прощаю. Знаю, Советский проспект. Знаю, знаю. Музыкальный театр Кузбасса. Сейчас с левой стороны будет драмтеатр. Вот это драмтеатр наш. Перешли к весенним лимиткам, мимо которых я все-таки не смогла пройти. Это прессованные метеориты. У меня в третьем оттенке медиум. Я, кстати, не могла долго выбрать, медиум брать или лайт. Муж подошел и сказал свое мужское слово: бери тройку. В итоге я взяла себе вот такие замечательные метеориты. Они такие, знаете, достаточно твердоватые на ощупь. На лицо наносятся кистью. Ну, я наносила кистью, хотя имейте в виду, что здесь в наборе не идет ни кисти, ни спонжика. То есть они вот так просто идут без ничего. Зеркало здесь хорошо открывается полностью. Вот, и что хочу сказать. Вот так вот, когда делаешь сводч пальцем, кажется, что они очень-очень такие блескучие, прям как хайлайтер. Но на лице они смотрятся замечательно. Я их использую как обычную пудру на все лицо. Очень-очень хороший продукт, я довольна. Следующая — это база, которая называется Baby Glow с ароматом метеоритов. Очень-очень тонкое покрытие у нее. Она
сильных каких-то недостатков кожа не скроет. Но вот на лето и на весну, когда не надо сильно перегружать лицо, будет просто идеальный вариант. SPF 25. В цвете у меня она двоечка. Это самый светлый оттенок с розовым подтоном. Я не люблю, когда тональные крема имеют желтый подтон. Мне как-то это не нравится. Я считаю, что розовый подтон немножко освежает лицо, поэтому взяла себе этот цвет. Дальше. Все-таки я не удержалась и купила себе вот эту камелию румяна от Chanel. Очень вкусный запах у этих румян. Пахнут розой. И цвет такой, знаете, получается как бы естественный-естественный такой румянец. Вот такой слегка припыленный розовый цвет. Очень неброские, очень натуральные. Так что я довольна, что я их взяла. И последнее, что из лимиток я себе приобрела, это вот такие шанелевские тени. У меня, кстати, были шанелевские тени, тоже запеченные, примерно в таких оттенках, из постоянной коллекции. Но сейчас их уже сняли, потому что я их не видела на стенде. И вот эта лимитка, она, в принципе, повторяет те цвета. Но сейчас у теней Chanel очень сильно улучшилось качество. Они стали более пигментированные, более мягкие. Смотрите, даже вот с одного касания. И, в общем, я долго сомневалась, но консультант мне сказал, что не бойтесь, потому что качество теней отличное у них сейчас. Сейчас это все перенесу на руку. Вот смотрите, это буквально с одного касания, вот такая пигментация. То есть тенями я очень довольна. Еще были вторые из лимитки, но там больше розовых оттенков, а вот эти я считаю более универсальные и на каждый день подходящие. Так, если кому-то интересно, то это 236 оттеночек. И последнее на сегодня. Будем уже заканчивать. Значит, я хотела себе на весну присмотреть какой-нибудь новенький парфюм. Обошла все стенды и селективы и прочее, и Том Форды, и Серж Лютена. У Серж Лютена зависла вообще надолго, все перенюхала. И вы знаете, что-то не зацепил ни один. Вот на мой взгляд, они все друг на друга либо похожи, либо Серж Лютен уже где-то слямзил вот эти ароматы уже у каких-то других известных парфюмеров. Причем, приехав домой, я уже на фрагрантике просто посмотрела, что пишут люди по поводу всего этого Серж Лютеновского безобразия. Оказывается, не только у меня, у одной сложилось такое мнение. И уже подходя к кассе, как раз стенд Dior стоял возле кассы, я увидела Дюну. Вы знаете, он у меня был в моей молодости. Когда мне было 16 лет, мой отец подарил мне их на 8 марта. Но тогда не было вот таких полноразмерных. И была такая красивая, милая миниатюрка размером, по-моему, 7 или 5 миллилитров. И вот мне ее мой отец подарил на 8 марта. И я им пользовалась просто с таким удовольствием. Мне казалось, это такой божественный аромат. И, знаете, я сейчас вот их себе взяла и реально понимаю, что я тогда как раз в марте месяце пользовалась этими духами и была настолько счастливой, я решила себе повторить это счастье и вот взяла такой ностальгический аромат. И на самом деле я считаю, что вот эти парфюмы классические, да, можно сказать ретро, Дюна, Опиумы Сен-Лорановские оригинальные, Дольче Вита, что еще, Пуазон, да, вот этот зелененький. Это те ароматы, которые вне времени и вне моды. Я считаю, что они дадут фору любому селективу. И считаю нужным просто иметь в своей коллекции вот такие вот классические ретро-ароматы. Сейчас хочу еще приобрести Пуазон зеленый и опиум от Yves Saint Laurent. Кстати, в Ile de Beauté опиума нет. Есть вот новый Black Opium, а вот классической версии у них нет. Не знаю, почему не завозят. Хотя он не снят еще с производства. Ну, буду искать. Девочки, на этом все. Покажу вам сейчас быстренько, сколько пробников мне дали. Кремики Rexoline, новая сыворотка от Dior Capture Total. Новая Dolce Gabbana, это Floral Drops, которая Intense Dolce Gabbana мужской парфюм. Гипнотик Пуазон от Dior, ну это уже современная версия. Сразу три аромата новых от Versace. Кстати, неплохой такой легкий запах Eros. Мне кажется, на лето будет неплохо. Пробничек масочки от Glam Glow и мужской аромат от Gucci Black. На этом все. Всем вам желаю счастья, добра и любви. Всех еще раз с Днем влюбленных. Очень рада была, что вы были со мной сегодня. Всем пока!